Добрый день! Сегодня в Ивангороде у нас фестиваль волейбола. Все у нас, молодое поколение, которое выращено у нас. Все начинающие волейболистки. И самое главное, с большим энтузиазмом согласились на этот турнир. Радует первое. Большое количество мячей, видите, сколько летает. Радует большое количество ваших поклонников этого вида спорта. А в будущем, кстати, у нас следующий выходной будет не фестиваль, а семейный. Так что ивангородцев приглашаем. Так что 4 на 4 будут. Так что Ивангород у нас очень сильно поддерживает волейбольную тематику. Всем хорошего настроения и просмотра.